Сейчас я вам покажу, как ребята загружаются, у кого прицепы. Вот такой прицепчик достаточно большой. Крепится это дело. Вот так. И помещается сюда до 5 коробок. А как вот в горку ехать с таким прицепчиком? В горку? Да. Да нет, нормально. Из горки нормально. Полный по ослиным горкам, то плохо. Вот если 4 коробки, что такое ослиные горки? Вверх-вниз. На поворотах как, например, не заносит тачка? Не-не-не. Хорошо? Ну, надо закреплять груз, чтобы он закреплен. Если груз не закрепленный, то все это самое. Помнишь, раньше были коробки хорошие такие, они влазили 4 штуки. А сейчас вот это не влазит, вот 4 штуки. И тем пелемпается, да? Если не закрепить. Ну, конечно, если не закрепить, он выпадет просто. По дороге. Нет, 4 было. Ну, я сегодня видела, как 5 были закреплены. Или вчера мы видели, да, 5 штук? Да, 5 штук очень плохо. Надо только на ровной дороге. И сказать, что если успеем, то...